А, отношения и мало денег. Да. Зачем вам деньги? Вы же маленький город. Начиналось все с 4 миллиардов, а куда делись 26 миллиардов? А вот куда. Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Потому что? Там все в доле. И возбудиться, и провести уголовно-процессуальную проверку, и привлечь губернатора в качестве свидетеля, так как ей известно, что там все в доле. Многомиллиардные долгострои в Югре появляются в результате действий самих чиновников. В общем, все ключевые посты назначает именно Комарова. Но если она знает, что там все в доле, почему она их не сменит-то, не переназначит? Большой вопрос. Губернатор ХМАО Комарова раскрыла схему, а на следующий день запись полностью удалили. Все самое главное вырезали. Но запись сохранилась. Деньги были получены за лояльные отношения. Без Комаровой ни один комар не пикнет. Информация размещена в официальных СМИ. Что произошло с Комаровой? То ли это последствия шмурдяка? Ей кто-то подлил сыворотку правды во время фуршета, подбирая нужные слова. Простите меня, пожалуйста. Напомню, что 19 октября 2019 года на встрече жителей города Сургут с губернатором, на мое высказывание, что у меня есть вопрос по коррупции, она сказала, что у нас нет никакой коррупции. Я обращаю ваше внимание, вы сейчас в условиях неправовых и коррупционных находитесь, это по факту. Вот Антон ушел, а вообще это для него целая вообще дорога. Второе. Отлично, да, вот все записываю, все ходы записываю. Вот, второе, на что обращаю внимание, или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Потому что? Там все в доле. ...к соблюдению сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, является выставление заказчиком неустойки за нарушение сроков с последующим ее погашением подрядчика. Хотите что? Хотите что? Мы хотим, нас интересуют не столько штрафы и неустойки, сколько возможность влиять на заказчика по соблюдению сроков. На какого заказчика? На подрядчика, извините. Можно ли посредством внесения изменений в это постановление закрепить? Это наше постановление или федеральное? Нет, это федеральное постановление, 783-е постановление правительства. Ну, что вы хотите? От 4 июля 2018 года. Скажите, что вы хотите? Внесение изменений в части ужесточения. Не надо изменения. Что хотите? Мы добиться, хотим, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки. Ага. А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика? Муниципалитет или региональное государство или что-то. Это я вам вот. Потому что у нас есть такая забава, игра, да? Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и... Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо. Там все в доле. Каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя. Там все в доле. У нас есть такая забава, игра, да? Там все в доле. Вы выключили все? Простите меня, пожалуйста. Не надо. Там все в доле. А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика. Там все в доле. Муниципалитет или региональное государство или что-то. Это я вам потому что. Там все в доле. У нас есть такая забава, игра, да? Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо. Там все в доле.
Там все в доле. Всем привет. Хочу рассказать про ситуацию вокруг фразы Комаровой «там все в доле». То есть первоисточник этой информации – это страница Комаровой ВКонтакте. Здесь было размещено видео, прямой эфир, где она произнесла много интересных фраз, в том числе «там все в доле». После этого из эфира, который длился 1:19:59, вырезали последние 10 секунд звука. А на следующий день, 7 января, запись полностью удалили. Через некоторое время видео заново залили, но обрезали его в 3 раза. Вот мы видим это видео, но оно уже длится 38:22. Все самое главное вырезали. Но на просторах интернета, на сайте faktologia.com, 5 января в 15:30 сразу появилась такая статья. Называется «Там все в доле». Губернатор ХМАО Комарова раскрыла схему, по которой чиновники плодят миллиардные долгострои. Губернатор ХМАО Наталья Комарова впервые публично признала, что многомиллиардные долгострои в Югре появляются в результате действий самих чиновников. Такое заявление она сделала сегодня, 5 января, в ходе своего визита в Когалым. На встрече с руководителем региона, на которой присутствовали глава города и депутаты, был поднят вопрос об изменении федерального законодательства, в частности, ужесточении ответственности подрядчиков за нарушение сроков создания объектов по госконтрактам. «Мы уже имеем в муниципальном образовании опыт, когда срываются сроки введения объектов в эксплуатацию», начала свой вопрос председатель Думы Когалыма Алла Говорищева. «Я хочу обратить внимание на постановление правительства 783, в котором утверждены правила списания сумм, начисленных поставщику, но не списанные заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. Пункт 3 перечисляет случаи и устанавливает порядок, как они списываются. Одним из основных способов влияния заказчика на подрядчика в части стимулирования выполнения сроков является выставление заказчиком неустойки за нарушение сроков». «Хотите-то то, что?» – перебила говорящего губернатор. «Нас интересуют не столько штрафы и неустойки, сколько возможность влиять на подрядчика по соблюдению сроков. Можно и посредством изменения в это постановление закрепить сроки». Договорить спикер снова не смогла, так как Комарова опять ее перебила. «Скажите, что вы хотите? Внесение изменений в части ужесточения. Не надо изменения, что вы хотите? Чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства». Спешки резюмировала председатель Думы и получила на это неожиданный и, думаем, даже провокационный комментарий от Комаровой. Самые главные фразы, которые вырезали из эфира. Кстати, вырезали вот эти слова, последние 10 секунд. Но запись сохранилась, люди сохранили. Итак, читаем. «Ага, вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки мы выходим сами на себя, на заказчика, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра. Мы проектную сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», заявила глава ХМАО. На этом онлайн-трансляция была немедленно прервана, а в опубликованной части встречи это заявление Комаровой было вырезано. А потом и вообще это видео было удалено. Напомню, что Югра уже много лет славится своими бюджетными долгостроями, на которые выделяются миллиардные средства налогоплательщиков. Самый популярный из них, о котором известно уже на всю Россию, это окружная больница в Нижневартовске. Ее не могут достроить уже более 10 лет. За это время власти сменили несколько подрядчиков, неоднократно менялась и проектная документация. В итоге сумма, потраченная из бюджета на этот объект, уже достигла рекордных 30 миллиардов рублей. А начиналось все с 4. Больницу губернатор ХМАО обещал сдать в 2021-2022 году, но это так и не произошло. Но что интересно, несмотря на нарушение срока, власти неоднократно согласовывали подрядчику увеличение финансирования. При этом пока ни один из чиновников за этот социальный долгострой не ответил. Год назад впервые за все время обвинения были предъявлены бывшему директору Нижневартовского филиала управления капитального строительства Югры Александру Макарикову. По версии Следственного комитета, он с сентября 2020 по сентябрь 2021 в Москве и Московской области несколькими частями получил 35 миллионов рублей от представителей исполнителя госконтракта на поставку оборудования для строящейся центральной больницы на 11 тысяч коек в Нижневартовске. Деньги были получены за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта. Итоги расследования не сообщаются. Добавим, что стройку в больнице в правительстве ХМАО все это время курировали несколько заместителей губернатора и руководителей профильных департаментов, которые покинули свои посты без каких-либо для себя последствий.
Интересно и то, что власти ХМАО содержат целую профильную организацию, которая занимается проектной экспертизой. А у ХМАО Югры управление государственной экспертизой, проектной документацией и ценообразования в строительстве. Таких долгостроев в ХМАО очень много, десятки, даже несколько десятков, где-то штук 43, что ли, я где-то видел в статье. Ну, а в народе поговаривают, что раз сама Комарова признала, что там все в доле, в народе говорят, что без нее никогда ничего не решается, и без Комаровой ни один комар не пикнет. Это же подтверждается ее словами. Обратите внимание, вот тут она произносит очень ключевые фразы, на которые никто не обратил внимания. Она говорит во множественном числе, в том числе мы выходим сами на себя, у нас есть такая забава. И мы, проектно-сметную документацию, то есть мы, она, если человек произносит «мы», он имеет в виду в том числе и себя. Вот тут все во множественном числе. Выходим сами на себя, у нас есть, мы переделываем проектно-сметную документацию. А потом она говорит, что там все в доле. Не тут, а там. А про тут она забыла сказать, что выходим, у нас и мы. Хочу обратить внимание, что фактология.ком – это официальные СМИ, свидетельство о регистрации есть, то есть информация размещена в официальных СМИ. По идее, все надзорные органы, прокуратура, Следственный комитет обязаны проверить данную информацию на предмет наличия признаков совершенных преступлений, предусмотренных законодательством, и возбудиться, и провести уголовно-процессуальную проверку, и привлечь губернатора в качестве свидетеля, так как ей известно, что там все в доле. Что произошло с Комаровой, до сих пор весь интернет в шоке, все комментируют, народ высказывает мнение, то ли это последствия шмурдяка, то ли какая-то ей кто-то подлил сыворотку правды во время фуршета, или просто сам какой-то фуршет повлиял на нее. В общем, она очень хорошо разоткровенничалась и, к сожалению, эфир выключили, но я давно говорил, что самое... Высший пилотаж вещания – это прямые эфиры. И далеко не каждый, ну, как видно, в том числе и Комарова, готовы разговаривать в прямом эфире, подбирая нужные слова. Ну, вот Комарова даже прощения попросила, что она говорила лишнего в прямом эфире. Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили, все. Ну, естественно, я предположил, что Комарова после таких слов всячески сейчас включит какую-то режим оправдания своих слов и всячески начнет посещать и раздавать, как говорится, тумаки всем чиновникам, ну, то есть перекладывать и обращать внимание на чужие ошибки в работе. Пошли новости, что она там начала про долгострои поднимать тему, тут же на следующий день посетила самый долгий долгострой в Нижневартовске. Напомню, что Комарова, как высшее должностное лицо, назначает всех главных руководителей всех департаментов, надзорных органов, в том числе директора департамента здравоохранения, главврача Сургутской травматологической больницы Гарайса, в том числе Новикова, это главврач психиатрической больницы. В общем, все ключевые посты назначает именно Комарова. Но если она знает, что там все в доле, почему она их не сменит-то, не переназначит? Большой вопрос. Но на этом история не закончилась. Того же 5 января 2023 года Комарова заявила: «Зачем вам деньги, у вас же маленький город». Это она сказала депутату Покачей. Есть такой город в ХМАО. И очень дико выглядит на фоне. Вот давайте посчитаем, да, сейчас 30 миллиардов долгострой, только один долгострой. Начиналось все с 4 миллиардов, сейчас этот долгострой, только этот долгострой стоит 30 миллиардов. А куда делись 26 миллиардов? А вот куда. Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле. И ситуация в Покачах очень дико выглядит, когда один из депутатов города буквально выпрашивает по сравнению с 26 миллиардами хоть какую-то сумму на содержание социальных объектов. Обратите внимание, с какими эмоциями, с какими шутками и с какими выражениями лица Комарова выслушивает все эти просьбы и как на них реагирует. Во-первых, уже второй созыв в Думе нахожусь и сталкиваюсь с проблемой. Дай миллион, дай мне миллион, дай мне
Что? В чем дело? Которого прям меня беспокоит, это проблема маленького города. Нам никогда не хватает денег. Это миллион! Я попрошу! Пусть он мне даст 1 миллион, у него много миллионов. У нас очень много социальных... Зачем вам деньги? Вы же маленький город. Немного денег. Еще чуть-чуть. Когда делим бюджет, здесь вот прям на разрыв. Дай мне миллион. Сердца разрываются вроде и... У нас город счастливого детства, у нас очень много объектов. Это правда, есть такая молва хорошая, покачай. И школы, и детские сады, и спортивные объекты. Мы строим великолепные объекты, но... На миллион я уйду прочь, дай мне 1 миллион. 1 миллион, дай тебе миллиончик, дай мне миллиончик. У тебя их много миллиончиков, дай мне 1 миллион. Иди сюда. Потом сталкиваемся с проблемой, как их содержать, эти объекты. Своих денег у города с каждым появившимся объектом становится все меньше и меньше. Он мне миллион! Я прошу у него миллион! Полчаса я хожу за ним! Прошу 1 миллион! Герой, напомните, о чем вы говорили. В отношении мало денег, и поэтому оно мне выпало из головы. Там все в дуле. К соблюдению сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, является выставление заказчиком неустойки за нарушение сроков с последующим ее погашением подрядчика. Хотите что? Мы хотим, нас интересуют не столько штрафы и неустойки, сколько возможность влиять на заказчика по соблюдению сроков. На какого заказчика? На подрядчика, извините. Можно ли посредством внесения изменений в это постановление закрепить? Это наше постановление или федеральное? Нет, это федеральное постановление, 783-е постановление правительства. Ну что вы хотите? От 4 июля 2018 года. Скажите, что вы хотите? Внесение изменений в части ужесточения. Не надо изменения. Что хотите? Мы добиться, хотим, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки. Ага. А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика? Муниципалитет или региональное государство или что-то. Это я вам вот. Потому что у нас есть такая забава, игра, да? Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и переделаем проектно-сметную документацию. Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо. Там все в доле.